Здравствуйте, вот сам телевизор в отличном состоянии. Кабель питания, соответственно, идет в комплекте. Ну, родной его. YouTube запустили уже, уже у нас со смартом. Соответственно, два разъема HDMI идет. Разъем под флешку, антенна. Также есть AV входа, прямое подключение к интернету, то есть по интернет-кабелю. Далее с вами уже зашел. Видео сейчас включим, посочнее, покрасочнее. Чтобы полностью посмотрели картинку. Окей, нажал, ну ладно, значит это посмотрим. Интернет у нас слабенький, поэтому подольше грузит. Так, видим, качество плохое. Сейчас попробую поменять. В зависимости от интернета. Если интернет хороший, то пить не будет. То есть интернет отвратительный. Так. Еще раз нажали. Угу. Так, оп. Перелистну. Так, оп. Вот другие. Выбираем качество. Так, это, скорее всего, у него здесь максимально. Выберем, например, Россия, происходит загрузка, ну, соответственно, у него также есть обновление, обновляется приложение, все, есть свой магазин, где можно приложение скачивать, соответственно, автообновление, там настройки по умолчанию установлены, что вот у него. Так, вот, да, максимально 720 ставим. Сейчас все само уберется. Вот, то есть картинка очень хорошая. Видим, плавненько идет, звук не запаздывает. Достаточно громкий. Очень хорошо.